Всем наидобрейшего денечка, наидобрейшего. А нам Люба через ВБ подарок прислала и сказала для Фики. Феюшка, Феюшка, иди сюда, ласточка. Ласточка, смотри, что. Сейчас покажем. Ай, какой большой подарок. Феюшка, Люба сказала, что это тебе. Только тебе. Такая нежнятина должна быть у Фейки. Вы посмотрите, какая изба. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да подождите, вы ее все смяли, избушку, на курьих ножках, а? Феюшка, они тебе вход загораживают. Ну-ка, да, вот так вот, лялюшка, ты крупная девочка. Ну-ка, дайте я поставлю. Вот такая акула, вы посмотрите. И Люба сказала, что это для Фейки. Пришел медведь и всю акулу смял, да? Видите, колесенькая. Там лежанка еще воткнута мягкая. Можно стирать отдельно. И сама вот эта Люба сказала, что тоже спокойно стирать в машинке написано было. Фейка, вот это добрая акула для тебя. Да, сказали. Да всем любопытно, всем. Викуся, ты будешь доброй акулой? Ты будешь акулой? Скажи, какой домик? Ну, Викуське понравился, да. Это ты здесь от малышей будешь прятаться, да? От своих малышей-карандашей. Оп. И сказали, что 2 дня она полностью расправляется. То есть. Вот она. Да где мне от вас от всех спрятаться? Я хочу уединения. Ванечка, ты-то точно в акулу не пойдешь. Тебе жарко и так. Тебе и так жарко. Фи, как изба? Скажи, да мне ляли не дают пройти. Вот это лялище наше лялище большое. Большое белое чудо. А глазки-то какие добрые, как у Фейки. Феёныш, Феюшка, идем, проверяй избушку. Как тут? Мяконькая там, мяконькая. Лялюшка, да тебе-то куда в эту акулу? Ты только если сплющишься. Сейчас сплющишься и все, да? Че это, Феечка, ты же всегда самая первая везде бежишь. Все твое ты считаешь. А уж потом ты даешь кому-то пользоваться. Ой, ты добрый. О, Милуся скажет, а я тут не проверяла ничего. Ну-ка. О, Милуське тоже понравилось. Скажи, мяконько, хорошо и уединенно, да? Фейхунтик, мальчик наш. Дай посмотрим на Милуську. Красота, да и только, да, милочка? Фихунь, ты наш ворчуха, как будто бы старый ворчун. М? Да, Феюшка, вы-то с Милой вдвоем войдете. Поместитесь спокойно. Сами Лыська проверила. Любашенька, еще раз огромное спасибо за такую акулу. А ты, Вейка, с Соболем пошли. А, попа вертлявая. Ну что, Фей, занимай избу.